В городе Покровске Ахангаласского района зарегистрирован тысячный ребенок, родившийся в Якутии с начала 2017 года. Девочка по имени Ира появилась на свет 18 января в семье Леонида и Матрены Роевых. Тысячного младенца регистрировали в торжественной обстановке. Помимо поздравлений, счастливым родителям вручили свидетельство о рождении за номером 1000, удостоверение многодетной семьи и ценные подарки.